группой граждан Республики Беларусь 18 августа 2020 года заявлено о создании Координационного совета, целями которого в том числе является организация передачи власти. Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства. Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявил о выходе из состава Совета и несогласии с целями его деятельности. Создание и деятельность подобного Совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. В связи с изложенным, по данному факту, возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.